Бурятская община мирного отметила праздник Белого месяца. Для живущих вдали от родины бурят особенно важно отмечать Сагалганг, как подобает, чтобы по-прежнему чувствовать себя частью своего народа. На празднике побывали и мои коллеги из Алмазного края. Конкурс национальных костюмов, детских рисунков, а также красоты и таланта. Гости и участники Сагалгана погрузились в атмосферу национального торжества. С 27 февраля мирненские буряты начали отмечать праздник Белого месяца. Он будет длиться целый месяц. Изначально почему целый месяц дается? Месяц Сагангарега, да? Сагангаре – это месяц, получается, белый месяц, праздник. Почему целый месяц? Потому что изначально буряты, они кочевники, кочевой народ. И чтобы поздравить своих родственников с одного кочевья в другую местность, вот они ездили и жили далеко друг от друга, поэтому надобно было целый месяц. Ирина Бурлова – участница конкурса красоты. Каждый год в праздник Белого месяца девушка соблюдает все национальные обычаи и традиции. Для своего праздника стараемся, все делаем, соблюдаем. Хоть один раз в день можно соблюсти обычаи своего народа, так как мы уже находимся на земле Аланхо. Праздник Белого месяца отмечают по всей планете. В этом году Сагалган продлится до 27 марта. Анна Винокурова, Тимур Ширжик, телеканал «Алмазный край».